Всем привет, ребята! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня решил повзрывать топ-25 петард. Смотрите, вот таких 25 петард. На выбор взял вот такие. Думаю, всем понравится. Что ж, ребята, сначала хотел повзрывать подо льдом, но, как видите, лед толстый, будет не очень интересно. Поэтому повзрываем просто вот здесь. Думаю, всем понравится. Что ж, смотрите. Взял на тест вот такой корсар. Корсар 3 на 5 взрывов. От Фиерии. От Фиерии корсар на 2. 2 взрыва. Точнее, корсар 2. Дальше ТЦ-2 Widowmaker. Корсар 4 с эффектом. Биг Джамбо вот такой большой от кометы. Мышка GM1 от Фиерии. От Фиерии К0136. Потом от Joker Fireworks вот такой корсар 4, 2 взрыва. К1000. Розочка с треском, по-моему. Да, с треском. Так, П2002 это скрим с дымком голубым, как наши хейтеры. Так, П200 вот такую красную. Розочку со взрывом. Треугольник маленький. Дальше FP3 очень мощная. Следующая P100. P150 зеленая. Дальше вот такая черная К05 с крутым эффектом. Посмотрите, какая вспышка будет классная. Дальше вот такая К05 с мощным фитилем. Розочка спецроза от Золотого Дракона. P2000. Так, по-моему, тоже со вспышкой, да. Корсар 4 от кометы. Есть P100. Дальше жук 2 взрыва. Вот такие жуки от Фиерии. P2000 от Зевса, по-моему, да, от Зевса. И вот такой магнум. Смотрите, магнум от кометы. Обожаю эту петарду. Что ж, ребята, давайте установим камеру и будем начинать. Так, буду вот здесь ставить. Так, предлагаю начать с вот таких петард. Посмотрим. Это одной фирмы петарды. Посмотрим, как они взрываются, какие по мощности. Вот смотрите, вот так P100, P150 и P200. Что ж, начнем. P100. Так, немножко поближе буду бросать. Немножко затухло. Так, давайте бросим P200, а потом посмотрим, что случилось с той. Так. Фитиль у краешка затух. Ну ничего, сейчас это исправим. Вот так. Фокус. Есть взрыв. Так, выберем дальше петард. Напишите, какая вам из предыдущих понравилась. Так, К0136. Следующая К1000. GM1 мышка. Вот такой дизайн. Затухло. Розочка. Далеко падает. Косар от Joker Fireworks 4 на 2 взрыва. Есть, теперь повзрываем вот эти петарды. Так.
смотрите. Давайте затестим. Есть взрывы. Корсар 2 затестим. Так. Возьмем вот так. Поехали. Заценили Корсар 2, взрывается мощно. Так, следующий будет ТЦ-2 Видеомейкер. Так, просто обожаю этот Корсар. Давайте вот так возьмем 5 штук. Так, ну что, поехали. Так, есть взрывы, ребята. Давайте взрывем треугольник. Вот так поставим. Следующий будет Smoke Scream P2002. Надеюсь, сегодня он сработает. Хейтеры пусть порадуются. Ух, впервые такой голубой дымок. Правильно сказал. Специально для хейтеров. Так. От феерии розочка со взрывом. Улетела розочка далеко. Так. Следующая у нас будет FP3. Классная петарда. Просто супер толстый фитиль. Есть мощный взрыв. Так, бахнем жук. 2 взрыва. Жук не сработал. Возьмем следующий вот такой жук от феерии. Так, затестим вот такую розу от золотого дракона. Отличная розочка. Корсар 4. Так, ребята, остались у нас вот такие клевые петарды, смотрите. Короче, это все, походу, на уровне пиратки. Так что давайте затестим сначала вот эти две. Давайте магнум затестим. Ух, магнум жесть. Так, следующий К05.
Смотрим фитиль. Отличный взрыв. Так, берем следующие петарды. Так, ну что, начнем тестить. Сравним сначала от феерии вот эти две. Так, здесь должны быть вспышки. Давайте их вскроем. Сначала посмотрим, как выглядят вспышки. Так, по-моему, вот последней нету. Или есть, не помню уже. Не, нету. Смотрите, только гипс. А вот этих двух есть. Вот смотрите, как мало вот этой. Очень мало. Тут уже побольше положили. Так, ну что, забросим сначала вот эту по 2000 от Зевса. Так, теперь по 2000 от Фиери. Ну что, затестим теперь черную. Ух, ребята, это просто жесть. Обожаю такие петарды мощные. Что ж, осталось у нас напоследок вот такой Big Jumbo от кометы Power of Dynamite. Смотрите. Вот так выглядит. Давайте ее тестить. О да. Вот это я понимаю. Power of Dynamite. Жесть. Так, ребятки, остались у меня еще такие петарды. Предлагаю их также повзрывать, чтобы было интересно. Так. Возьмем вот этот корсар, повзрываем. Так. Надеюсь, сработает. Есть, рвануло. Корсар 2. Есть. Остались теперь вот такие корсары 4 с эффектом. Давайте их тоже тестить. И последний корсар 4 с эффектом. Видели, ребята? Что ж, ребятки, кому понравилось видео сегодняшнее, подписывайтесь на канал,
Подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также в описании. На втором канале выходит также классное видео с пиротехникой, как и здесь. Очень интересное, поэтому всем советую подписаться. Там очень клевое видео, обязательно заценивайте, смотрите. Классное видео, короче. Смотрите, заценивайте, ставьте лайки, пишите приятные комменты. Нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать новых видео. С вами был ТНТ Фокс. До новых встреч. А также смотрите, здесь 4 ролика, они тоже интересные. Может быть, вы их еще не видели. Колокольчик, про колокольчик не забывайте. Всем пока-пока.